состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав команды хозяина. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Гостевой команды. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Стадион Сан-Сиро привели в порядок к финалу Лиги Чемпионов, ну а до этого крупное обновление пришлось на период подготовки к чемпионату мира 90-го года. Да, тогда возвели третий ярус трибун, и над стадионом появилась прозрачная крыша. Архитекторы ей гордились, но она впоследствии стала причиной многих проблем. По сути, она превращала стадион в гигантский парник, в котором от духоты и неестественного света чах не только газон, но и болельщики. На исправление всех недочетов ушла половина от общей стоимости реконструкции. Родригес. Мяч будет введен из-за боковой. Хакан Чалханов.